Самое имбовое, что у меня есть, это... Наконец-то я донастраивала ОБС, теперь можно крутить. Я уже не могу ждать. Я хочу крутить. Лоту и Кали. Попросил, получил. У меня еще нет гаранта. Я надеюсь, если выпадет стандарт. Мона, ё-моё, капец. Что-то слишком быстро. Ё-моё. Ё. Не, ну это классно. Я теперь не знаю, что мне крутить. Может попробовать оружейку по приколу. 162 крутки. Сколько там у меня до гаранта? Так. Ну ладно, попробуем. Я не хотела крутить, но меня вынудили. Меня просто вынудили. Будем называть это так. Я так не хочу вот это, потому что это мне вообще не надо. Мне надо только вот это. Я надеюсь, пожалуйста, оружейка. Так, ну, на четверке мне вообще как-то пофигу. Ё-моё, что так все быстро? Как-то слишком быстро, я не готова была. Пожалуйста, меч. Тут уже докручивать надо. Ёп. Пипец. Пипец. Просто, а... Блин, может... Бейджу выкрутить даже. Хотя, нафиг он мне нужен. Ой, я уже просто не могу ждать. Я хочу Фурину С1 с Сигной. Обычно мне не везет. Еще и Шарлотта падает. Отлично. Ё-моё, блин. Ну так быстро. Почему? Кстати, ощущение, как будто Бейджу якому сейчас падает. Конечно, мне... Ё-моё, зачем столько Бейджу? Ё-моё, ты один... Ну, за что? Просто за что такое? Это... Ё-моё. Получается, это сколько Шарлот? Это... Ну, 3 Шарлотты, я думала, больше, ну ладно. Главное, блин... Ё-моё. У меня было 180 круток. Ну, типа... Это вообще никогда для меня не было чем-то равным. С1 и Сигне, и другой еще пятизвёздочной оружейки. Я слышала, что Фурина становится имбой на С2. Так. 250%. Ну, значит, мы докручиваем. Я, конечно, этого не ожидала. Все произошло как-то слишком быстро. Наверное, у меня будет 6 колеи. С3 Шарлотта. Блин, я так надеюсь на С2. Я, конечно, понимаю, что я, наверное, и так уже обожралась очень сильно.
но я думаю, я заслужила. С2. Все, колеи фу. У меня вернее. Пойджу у меня давно уже фу. Блин. Ну ничего. У нас есть возможность. Еще две штучки. Блин. А, ну у меня еще будет возможность докрутить в целом. Ёп! Это как? Это вообще у меня впервые так. И это и на оружейке, и, блин, в персонажах. Это что? Это как вообще? Ё-моё. Ё-моё. Это, конечно, трэш. Просто очень повезло. Получается 80 круток плюс 30 за 210 круток. А, 3 леги, 4 леги, плюс 2 оружейки. Это вообще что? Я, конечно, все понимаю, но такое у меня реально впервые, чтобы подряд мне что-то выпало. Ой. Ё-моё. Шарлотта почти новая. Колейн. А, у меня уже что ли она была С6? В общем, теперь у меня есть, наверное, самое имбовое, что у меня есть, это... Ха. Вот так вот. Ну а чё? Пойдёт. Я бы хотела сказать всем удачных круток. Я, конечно, не знаю, я не ожидала настолько удачных круток сама. Поэтому в целом всё возможно. С2 за 200 круток. Сильный. С двумя сильными. Может, не знаю... покрутить байджу, но я не уверена. Я, конечно, проиграла 2 раза, но и выиграла после этого очень быстро. Я прям на самом деле в полном афиге. Я не ожидала. Я вообще думала не крутить оружейку. Я думала, меня заскамит. Но, блин, она такая красивая. Как и Флорина в целом. Я еще выбрала такое тупое место. Мне кажется, никто его не выбирал. И мне было лень добраться до верха башни. Я просто тут начала крутить. Но на самом деле, посмотрите, какой тут красивый пейзаж. Может быть, он мне что-то помог. Я, конечно, не встала ради Фурины в 6 утра, но сейчас 12:30. Можно сказать, тоже утро, когда у тебя выходной. В общем, всем удачи, всем хороших круток, хорошей жизни. Всем Фурины.